Нонконкурс «Дети читают стихи». Олегов Евгений, 12 лет. Город Северодвинск. Северодвинская гимназия номер 14. Кихельбекер Александр Сергеевич Пушкин. Последний раз в тиши уединения моим стихам внимает наш пенат лицейской жизни, милый брат. Делю с тобой последние мгновения. И так они прошли лета соединения. И так разорван он, наш братский верный круг. Прости, хранимый тайным небом, не разлучайся, милый друг, с фортуной, дружеством и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторга, упоения. И дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине. Прости, где ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я, и пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все твои друзья.